Здравствуйте, с вами интернет-канал Максимадзе. И фух, как же мы давно с вами не играли Мадагаскар 2 уже. Надо бы продолжить это дело. Короче говоря, какой у нас есть выбор? Это сюда идти. Надеюсь, у вас есть хорошие новости насчет самолета. Не волнуйтесь насчет самолета. Мы разработали отличный план и собрали кучу документов. Отлично, супер. Вы даже не начинали. Нам конец. Мы начнем ремонт, как только наймем пару макак. А потом еще парочку. И еще. А потом, когда все решат, что макак нам больше не надо, мы затребуем еще. Собери хотя бы 10 и срочно тащи их сюда. Пошли нафиг. Московский какой-то номер. Десять обезьян. Ну, та, их легко сейчас найти. Капец какой, бля. Когда все решат, что макак нам больше не надо, мы потребуем еще. Офигенное предложение. Это все? Это глюк какой-то был или что? Или так и должно быть? Давайте еще и обезьян поищем. Ну, серьезно? А, вон обезьяны. Как нам туда прыгнуть-то? Ну давай же, запрыгни ты на эту гору долбаную. Мне кажется, туда только Алекс может запрыгнуть. А вот, а тотем тут вообще есть рядом, нет? А там может кто-нибудь есть. Тут есть ты, красавчик. А вот обезьян, к сожалению, нет. Жалко, крокодилов нельзя давить. Было бы неплохо, только... Ну где ж тотем-то, алё? Возвращайся, когда у тебя будет больше макак. Мне кажется, что-то глючит игра немного. А, мы же можем переплыть туда. Да не нырять мне надо, а это надо мне. А, вот макаки же есть. Под водой. А я, блин, думаю, где еще они? Тут еще есть, я помню. По-моему. Да, вот еще. Блин, не получается никак посмотреть вниз, блин. Ну-ка, давай, прыгай. Ну давай, запрыгивай ты, говно ссаное. Ну куда ж ты прыгаешь-то, блин? Где этот дурацкий тотем, блин? Вот он. А то без Алекса на некоторые платформы не запрыгнешь. Эй! А! Красные, они будут убегать от нас.
Такие вот более подзагорелые, что ли. Но их можно глушить. Ну и все. Наконец-то мы всех собрали. Жалко, что вот водопои. Можно только за Глорию переплыть. Ну да, я просто оттягиваюсь. Что такое? Так, сюда нам надо, да? А можно еще одну собрать? Да, у каждой обезьяны еще и имя свое есть. Ну за. Так. Да запрыгивай ты, долбанный стыд. Да блин. Так, 13 штук уже собрали. Ой! Ой, господи. Отлично! Теперь у нас хватит макак. Отправляйся с ними к месту ремонта и следи за их работой. Сомневаюсь, что им можно доверять. Слишком уж они хитрые. Пошли посмотрим, как они там будут самолет сейчас делать. Чего вы стоите? Идите, бля. Ты как раз вовремя. Мне нужен пилот для нашей первой испытательной модели. Эй, ты не участвуешь в операции. Что ты забыл в моем вертолете? Я был бы очень эгоистичным королем, если бы разрешил своим подданным рисковать жизнью на испытаниях. К тому же в это сиденье только я и влезаю. А в общем, ты прав. Ну, запалим эту свечку. Рули этой пташкой с помощью обычных кнопок движения. Удерживай кнопку прыжка, чтобы использовать обезьяний подъем. Видишь цель, парень? Видишь? И, пожалуйста, мягкую! Да, любишь ты смотреть на людей сверху вниз. Ой-ой-ой. Хорошо сработали, нелепые обезьяны. Я непременно вернусь в это гостеприимное небо. Не пугайся, сейчас мы опробуем дозаправку в воздухе. Так не похоже. Схвати бананы. И затем приземлись на цель. Так, обезьяны бананы жрут.
без бананов они отказываются помогать нам. Ты знаешь, что бананы – залог успешных летных испытаний, честное слово. Ну как, это была гладкая посадка, очень гладкая или очень-очень гладкая? Ладно, можешь просто сказать «гладкая». Отлично. Следующее испытание пройдет под грифом «секретно». Могу лишь сказать, что для полета к этой цели тебе нужны обе связки бананов. Так, вот тут уже полетать придется. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Никто не смог бы приземлиться лучше. Я просто создан для испытательных полетов. Когда вы такую ракету сделать успели, вот интересно, на самом деле. На, давайте эту пропустим, сразу к той перейдем. Теперь надо еще. Сколько у нас всего обезьян? Нам никто не покажет. Надо собрать еще, у меня, по-моему, 13 или 12, или может даже 11 всего обезьян. То есть нам надо еще 9 собрать где-то, или сколько там, я не знаю, надо. Еще можно понасобирать обезьян вот в этой мини-игре. Можно еще раз покататься. Так, сейчас все будет как раньше. Нам только надо собрать макак. 10 штук на 4 грузовиках. Они все нужны нам для починки самолета. Откуда макаки на грузовиках? Не задавай вопросов, салага. У нас есть запрет, так что просто тарань. Здесь можно 10 штук набрать. Но! Давай, противник, до конца. Не останавливайся.
Оу-оу! Офигенное падение, блин, офигенное. Давай, догоняй этого заразу, блин. Да ё-моё, ну... Ну и последний у нас самый тяжелый. Ой, блин. Мы все сделали, отлично. Ха-ха, мужик на земле валяется. Сколько их там всего? 10 штук, по-моему. О, уже больше 20 обезьян собрано. И последнее. Превосходно. Благодаря твоим водительским талантам мы собрали всех 10 макак. Так, погнали. Погнали к самолету на ремонтную площадку. 20 обезьян собрали, можно опять идти на эту площадку. Так, идите, блин. Видал я обезьян на земле и на деревьях тоже видал. Но обезьяны на забастовке? Это что-то новенькое. Никакого позитива я тут не вижу, бойцы. Макаки не хотят работать, а нам надо закончить то, что они делали. Другими словами, нам нужен ты. Я? Почему я? Последний раз я брал молоток, чтобы проверить реакцию. Ты у нас с белым билетом, да еще слегка того. Значит, ты охотно залезешь на вон тот валун и раздолбаешь весь мусор на мелкие удобные кусочки. О, вот эта мини-игра мне вообще прямо нравится. Еще и звуки вот эти забавные, бля. Что носороги очень нервно относятся к дроблению мусора. Мой совет – избегай встречи с рогоносцами любой ценой. Так, что-то я не понял, какого фига они нам мешают, а? О, машины целые можно ломать. Но одного удара им будет мало. Пошли нафиг, блин. Отличный манёвр. Поздравляю.
Блин, камеру жалко повернуть нельзя, я не вижу ничего. Ну, ломайся до конца, чё ты? Окей. А, тут... Тут ещё мусор есть, да? Вот как из-за этих носорогов на эту горочку залезть, а? Время заканчивается, давай быстрее. Носороги проклятые, как они меня задолбали, а? Долбаные носороги, как же они меня задолбали, а? Не подпускают меня к этой куче вообще. Блин, время заканчивается, сейчас проиграем. Толкнули бы меня хоть к этому мусору, они меня отталкивают от него подальше. Ну все, я проиграл, я не смогу их, я уже не смогу этот мусор разворошить. Время вышло, дружище. Залезай обратно на шар и попробуй еще раз. Да как это, да как пробраться к мусору-то, а? А, вот, тут есть еще что-то. Господи, сороги, как же они меня бесят. А теперь прокатись на своем камне рядом с самолетом и делу конец. Так, пропустите. По-моему, надо вот сюда встать. Мелман, если мне когда-нибудь еще понадобится давить мусор верхом на валуне в окружении злобных носорогов, я буду знать, кого позвать на помощь. Нет уж, меня звать не надо. Я и так потянул себе спину. Напомни потом, чтобы я занялся твоей закалкой. А пока мне надо заставить макак работать. Давай-ка, приведи еще обезьян. Так, окей, окей, я запомню. 40 обезьян надо еще, значит, надо еще 19 штук собрать. Многовато, многовато. Ух, носороги эти взбесили меня вообще. Некоторых обезьян можно найти вот там, в начале. Их можно везде найти, на самом деле. Но давайте здесь поищем. Сначала нам надо взять Глорию. А, сначала мы можем залезть сюда. Давай, давай, запрыгивай. Тут есть еще две. Так, ну все, тут больше их нет. Нам надо взять Глорию и раздолбать этот валун. Теперь нам надо опять взять Алекса и туда пойти.
Да, тут есть и обезьяны, но, к сожалению, есть и скорпионы, бля. Так, надо как-то теперь прыгнуть туда. Давай, прыгай. Так, вот дорожка, где можно походить. Как до ты до обезьян-то добраться? Хороший очень вопрос-то на самом деле. Как? Неужто опять надо прыгать по этим дурацким, блин, шестам? Не получилось. Блин, и где я сейчас вообще нахожусь? О, я пропрыгал, что ли? Офигенно. А я думал, нет. Куда, блин? Так, еще три обезьяны надо, чтобы до 40 дойти. Хорошо, хорошо. Одна из них вот тут. Так, а это проход? Проход, походу, да. Ладно, наверное, тут... Может, там еще были обезьяны, но... Давайте в другом месте поищем. Давайте в подводных пещерах поищем. Но для этого, блин, надо туда проходить, в обход идти, блин. А это что такое? Эй, у меня странное дежавю. Так, сейчас прапор наловит рыбы для голодающих. Остальные пусть смотрят или не мешают, или и то, и другое. Давайте. Немножко не успел. Отлично. Неплохо. Нет, нам зеленая рыба не нужна. Молодец.
Блин, не ту поймал. Еще немного. Неплохо. Ну, да уходите вы, красные стыдобины. Отлично. Теперь попробуем красную сельдь. Ой, не то. Остался только один цвет, прапор. Да. Оранжевенький-то мы не ловили в первой части Мадагаскара. Желтый. Больше похож, чем на оранжевый. Золотая рыбка какая-то. Интересно, зачем нам жабы нужны? Разве их едят? Так, вон они там прыгают. Молодец. Да блин, куда ж ты ускак... Куда ж ты? Еще немного. Да блин, промазал. Ну, а в завершении банкета... Три штуки. О, нам как раз таки три для 40 нужно. Да иди сюда, ты долбанный стыд, блин. Хорошая работа, салага. Молодец. Да куда ты уходишь-то, долбанный стыд? Даже больше. Молодец, прапор. Этого нам на какое-то время хватит. Надеюсь, тебе понравилось. Приходи в любое время. Хотя нас тут уже, наверное, не будет. Так, ну, 41 обезьяна. Это хорошо. Можно опять идти на ремонтную площадку. Давайте войдем. Почему бы и нет? Господа приматы, теперь наши разногласия улажены. Вы получили новый трудовой договор и можете возвращаться к работе. Да, это отличная новость. Согласно новому контракту, теперь все тут, по сути, прорабы. Все, кроме, разумеется, Клеп. Перебери все детали самолета и сопоставь пары. А мы пока посидим, попьем чайку и поначальствуем. О, ненавижу эту игру.
Нифига себе. Должен сказать, что ты слишком медлителен. Работай живее, если хочешь скалывать за всех нас. Немного здоровой конкуренции тебе не повредит. Есть еще одна обезьяна, которая помогает нам. Это замечательно. Не, морд, блин. Как ты смеешь? Ты что, не все ищешь, что ли? Так, ну-ка давай. Нет, не то. Ай, больно же. Как ты смеешь так делать, а? Ладно, давай ты эту крути, а я вот эту. Отличная работа, обезьянка. Ты приведи мне еще таких же, как он, и мы наконец-то сможем починить самолет. По условиям нового договора с макаками мы должны расширить штаб. Приведи сюда еще обезьян. Их ждет новое задание. А сколько надо-то? Мы работаем над самолетом, но нам нужны еще обезьяны, чтобы довести ремонт до конца. Осталось еще 19 обезьян найти. Ладно, давайте сделаем это в следующей и последней серии. Всем спасибо за просмотр, с вас лайкосы и подписосы с меня эпичные видосы. Подписывайтесь также на мою группу ВКонтакте, там часто я выкладываю интересные события. Всем пока!